В 2015 году Липецкий ВТБ занял лидирующие позиции среди банков региона по объему привлеченных ресурсов. Сумма срочных депозитов за год составила 21,5 миллиард рублей. Важнейшими сделками по кредитованию стали проекты в сфере промышленного строительства и проектирования ОАО НЛМК. В размере 1,5 миллиардов рублей получили кредиты предприятия пищевой промышленности. Согласовано финансирование городской и областной администрации. Как итог, 4 миллиарда рублей в экономику региона. 2015 год для Липецкого подразделения банка ВТБ стал успешным. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы обеспечили прирост по всем основным показателям банковского бизнеса. На 2016 год мы планируем дальнейшее увеличение объемов финансирования предприятий Липецкого региона. И несмотря на турбулентность в экономике, оставаться надежной опорой в развитии бизнеса наших клиентов. Кроме того, банковские гарантии предоставлены в пользу ФНС России на сумму 150 миллионов рублей и металлургического комбината в размере 280 миллионов рублей. ВТБ продолжает создавать комфортные условия для клиентов и готов к сотрудничеству. В этом году объем планируемого финансирования составляет почти 4 миллиарда.